Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Какие? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Одного тебе не достает. Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною. Истинно говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Так кто же может спастись? Человеком это невозможно. Богу же все возможно. Господь во всем, волю исполнять лишь Твою, чтобы мне по слову Твоему доказать, что Тебя я, Спаситель, люблю. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня в грешном мире жить, чтобы свет Твой сиял во мне, где не может скрыться город большой, стоя на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Господина твоего. Научи меня среди тысячи